Чтобы не омрачить праздник трагедии, сотрудники полиции надзорной деятельности проверяют торговые точки с пиротехникой. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Новый год уже совсем близко, и каждый хочет встретить его с огоньком. Фейерверки и бенгальские огни – одни из первых в списке покупок к Новому году. Только в городе Орехово-Зуево к новогодним праздникам открылось 15 новых точек по продаже пиротехники. Как правило, эти магазины работают не больше месяца, а значит, их владельцы не задумываются о правилах продажи салютов и фейерверков. Как доказательство этому – этот киоск. Он работает всего пару дней. К визиту инспекторов здесь явно не готовы. Выборочно предоставьте нам сертификаты на изделие. Давайте какое-нибудь это изделие, корсак. О сертификатах девушка слышит впервые. За консультацией обратилась к своему работодателю. Алло, сертификаты туда-сюда есть? И договор. Сертификаты нашлись. Правда, на некоторые из салютов срок годности заканчивается через 4 дня. В новогоднюю ночь их нельзя использовать. Но вряд ли продавец об этом оповестит покупателя. По нормам, площадь магазина, где продается пиротехника, должна быть не менее 25 квадратных метров. Здесь же всего 7. Пожарной сигнализации тоже нет. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность на должностных лиц и частных предпринимателей от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. В ходе рейда уже проверено более 10 объектов. Как отмечают инспекторы, в этом году, в отличие от прошлогодних проверок, нелегальной продукции нигде не обнаружено.